Идет? Идет запись? Да. Кинотики на головой трассе. Привет, друзья. У нас раскатка перед соревнованиями. Сейчас чуть-чуть просохло, все стало красиво. Синюю трассу я еще ее вообще не видел. В этом году, в принципе, ее не катал. Сейчас посмотрим. Так, тут у нас какие-то квадроциклы. Я хотел бы попробовать максимальную скорость здесь разогнать. Но меня пугают немного вот эти вот ребята, которые здесь ездят на джипах, квадроциклах и все остальном. Ну да, это прям не в тему. К сожалению, ребята, не посмотрим мы с вами максимальную скорость, потому что важно. Ну ничего страшного, я во всяком случае смогу проверить. Я во всяком случае смогу в целом проверить, работает ли GPS. И их соревнованиях попробовать им пользоваться. Мне и самому интересно. На прошлых соревнованиях я пробовал, просто оно не сработало. Такая вот синяя трасса, все едется, все весело. Ну, во всяком случае, вроде как. Ой-ой-ой, тут было опасно, но после того, что было в принципе, то уже все очень сухо и комфортно. Ого. Интересный моментик, да? Запомнить. Только что запоминать. Он здесь всегда был. Но как его лучше проехать, непонятно. Ну, вот так вот, наверное, и проехать. Не сбрасывай скорость и брать правее. Ну, все равно ты будешь лететь и с вот такими глазами, с открытым ртом делать все то, о чем ты даже не думал. Так что, да, мы так часто смотрим траектории, выбираем себе там что-то. А в итоге, да, просто как мешок с дерьмом несешься и думаешь, как бы не разбиться. Адреналин, дело такое. Так, тут корни. А тут надо выкрутить. Опля. У меня там уже колодки на износе. Как бы они вот сейчас на этом прекрасном прямике не закончились. Так вот, кстати, единственное место, наверное, где здесь будет эндуро реально. Потому что... А, еще будет переезд на Пагар. Тоже интересный момент. Который в этом году, мне кажется, будет впервые. Опять выкручиваем. Ну, тут буквально чуть-чуть. И пошли дальше.
Можно даже седло не трогать. Прокачиваем. Ну, неплохо в целом. Да, вроде. Я, правда, за тобой ехал, ничего не видел. Как-то там ты траектории какие-то ловил или лучше было просто прямо ехать? Ловил. Да, потому что тут какой-то такой ясь происходил вправо-влево. Напросто не знаю, ты их уловил или просто... Ну, я пытался ехать минимально по каналам. А, понял. Фух, слушай, напряжно. Да? Какая скорость, блин, вообще страшно. Ну, если GPS работает, посмотрим потом. Может, она и не страшная, может, кажется. Фух, что настроил, тормоз называется. Тут непонятно, типа впрыгивать, плоскач. Туда надо просто уменьшать скорость, скорее всего, потому что плоскач. Ну, плоскач не вариант прыгать, так что. Ну что ж, друзья, надеемся, что GPS сработал. Интересно будет посмотреть. Ну, а мы попробуем еще, может, пару спусков сделать. Спасибо вам за просмотр и до скорых встреч.